Да, конечно. Ребят, всем привет! Наконец-то мы встретились с ребятами. Сегодня у нас фан-встреча, я уже вам часто об этом говорила. Здорово, здорово, друзья! Так, вот Саша. Так, мы уже собрались, немного переживаешь? Ну, такое, типа, очко сжимается немного, потому что в натуре, типа, мы ожидаем как бы минимум человек 50, если да, придет меньше. Да, хотя бы 50. Типа, ну, хотя бы 50, чтобы было, знаете. Да, потому что голосовало около 600 человек, что не точно будет. Поэтому посмотрим. Сзади нас там идет охрана с сумками Louis Vuitton. Мы все продумали. Наша охранница самая лучшая. Так, место нашей встречи Майдан, арка на Майдане. Я уже созвонила с сестрой, она сказала, что там уже есть немного людей, уже начинают собираться. Так что я все равно внутри переживаю, хочу хотя бы, чтобы пришел реально человек 50, чтобы мы пофоткались, пообщались. Придет 10, так 10, придет 5, так 5, в общем. Все увидите дальше, смотрите. Получается, наша фан-встреча с Сашей, а придет еще Влад Ярога, придет Кардзюкевич. О, мы уже ждем, тут снимаем, стоим, ждем, пока придет Влад, пока подойдет моя сестра. Вот она, наша компания веселая, так что ждем и идем. Привет. 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 Он так одет, как будто он в ресторан. Понятное дело, всегда так одет. Кардзюкевич, Ирина. Привет. Привет. Давай, привет. Нам сказали, что там есть люди, и мы Саша идем и переживаем все больше и больше. Бля, так нормально. Саша, человек, нормально. Саша, я переживаю, что вроде куда же есть люди, как я заберу. Да, здорово, да. Сейчас все по очереди. Спасибо. Да, да, конечно. Давайте, давайте. Мы вас видели, все отменили. Это мы создали вас визитную карточку. Все. Не, ну что, давай. Давай, давай. Спасибо. Спасибо. Где наш? Спасибо. Не за что. Можно вас позвать? Давай. Да по тебе не видно, что ты набрала. Не видно? Можно. Привет. Серьезно? Привет, мы все здесь. Привет, это очень круто. О, серьезно? Да. Боже, привет. Это наш комьюнити менеджер Ела. Просто классно. Всем привет. Привет. Привет! Привет! Да, спасибо вам, кто все пришли, потому что мы очень-очень счастливы, серьезно. Это наша первая фан-встреча, и я безумно-безумно счастлива. Блин, вы такие классные. Смотрите, сколько вас много! Просто, ребят, моему счастью нет предела, реально, серьезно, нет предела. Разве может быть что-то круче, чем любящая аудитория, которая приходит реально на фан-встречу, которая внимательно целует и фоткает, это просто очень-очень круто. Значит, разыграли 6 человекам с нами прогулку, двум людям разыграли билеты с нами в кинотеатр, и очень счастливы, что просто у нас есть такие зрители, как вы, просто спасибо каждому из вас, потому что для нас это очень-очень важно. Я думала, что никто не придет, а пришли, вот, но для нас это очень много, серьезно. Убирайте ее, чтобы не было никакой драки. Теперь можно сделать бизнес. Спасибо, вы такие крутые, что капец. Спасибо вам большое. Не за что. Не за что, спасибо. Я напишу тебе love, окей? Можно мне тут тоже тогда на чехле? Дай, пожалуйста, маркер. Давай. На чехле? Да. Хорошо. Есть? Да. Блин, я черный чехол, блин! Спасибо большое. Так. Не, ну я могу, конечно, сейчас с камерой бежать. Хорошо. Я могу. Но я не буду. Спасибо тебе большое. Все, приятно. Люблю вас. Не надо.
такие трусики, блин, волны скажи. Чего? Ну, и мы вообще первый тип, такая же. Ну, еще раз, мы здесь тут фоткаем. Такие классные все. Сфоткаться? Да, да, мы вставать. Тут фотка не получилась. Не, ну что? Такие дела. Закончилась наша встреча, мы уже с Машей, с Сашей, с друзьями идем, немного отдыхаем, сейчас будем ехать домой, буду монтировать 20-й ролик. И я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы нас поддерживали. Если честно, вас было очень-очень много, я думала, что даже не придет и 10 человек, но вас пришло больше сотки, и это, на самом деле, очень круто, и это было очень важно для нас. Поэтому спасибо вам большое, мы любим помните каждого из вас. Подписывайтесь на мой инстаграм, тут будут классные разные фоточки. И спасибо за то, что вы отмечаете меня в инсте, такие классные фотки, я все лайкаю, поэтому ссылочка будет на экране, в описании, переходите, подписывайтесь, я буду вас всех там очень сильно ждать. В общем, всем спасибо за этот просто классный день, и всем пока-пока. Спасибо.